Я тебе не папаша, и ты мне не приятель. Это дело, бизнес. Ты что, черт возьми, спятил? Я все понимаю. Я облажался, мне не очень жаль. О, тебе жаль. О, ну как это все сильно меняет, раз ты сожалеешь. Я лишился 200 тысяч, но Бену жаль. Все это слышали? Бену жаль! Так что теперь можно потрепаться об этом в баре за коктейлями. Это может с любым случиться. Люди увлекаются, теряют контроль. А ты закрой рот, мы говорим о бизнесе. Эй, я сильно подвел вас, я это осознаю. Извини, ты меня сильно подвел? Да мне плевать на это! Позволь, я кое-что разъясню. Я тебе не папаша, и ты мне не приятель. Это дело, бизнес. Ты нужен мне исключительно ради денег, которые приносишь. Поэтому ты вернешь мне все, что проиграл. Нет, я не могу. Это деньги на Гарвард. Я выиграл гораздо больше, чем проиграл сегодня. Это не важно, Бен. Тебе дали четкие указания, а ты ими пренебрег. Ты нарушил условия, ты перестал считать. Ты вошел в азарт. Ну а почему же вы сами не играете, Микки, а? Риску подвергаемся только мы. А вы, по-моему, только сливки снимаете. А речь не обо мне. Самоуверенный, наглый инфант. О возвращении в Бостон позаботьтесь сами. И, Бен, ты вернешь мне эти деньги. Все до единого пенни. И ты прекрасно это понимаешь. Я хочу выпить. Кому еще налить? Он нам и не нужен. Да брось, Бен. Нет, я серьезно, зачем он нам? Слушайте, его доля была 50%, и при этом он вообще не играл. Зачем он нам? Знаете что? Давайте играть до конца уикенда и обойдемся без него. Нет, это плохая идея. Вернемся в Бостон, а там будем думать. Но решать не тебе, а команде. Я согласна с Джилл. Это затеял Микки. Микки собрал нас. И он же поссорил. Вспомните, как он нас с Фишером стравил. Чой! Что скажешь? Хочешь заработать? Ну да. Правда? Только на игру нужно 100 тысяч. Своими деньгами рисковать? Я просто предлагаю попытаться. Ведь если вложение наше, то вся выручка тоже наша. Вся. Ладно. Да. Да? Да. Чой? Согласен. Теперь я выпью. Что ты делаешь? Что? Что ты делаешь? Хочу сорвать куш. Ты думаешь, всему конец, раз Микки свалил? Я могу это сделать и возглавить команду. Я давно не такой, кем был раньше в Бостоне. Это точно. Да, это точно. А разве ты не хотела, чтобы я стал именно таким, когда приходила за галстуком? А как же 300 тысяч долларов, и я уйду? М? Ты же их уже сделал? Сколько у тебя? Что? Сколько у тебя денег? Достаточно. Брось, Бен. Сколько у тебя отложено в Бостоне? Ладно, у меня 315 тысяч, ясно? О, ясно. Тогда почему ты все еще здесь? Потому что я хочу быть здесь. Мне здесь нравится. Так же, как и остальным. Ну давай, Джилл. Соглашайся. Ты большой игрок. Да. Это так. Ну, а мне нальете?